Всем привет, с вами Кристина Ксюн Продор, проходим Майнкрафт на версии 1.20.4. И получается, это у нас темно-дубовое похождение. В прошлой серии мы с вами остановились на том, как пошли с вами в пещеру. Нашли там немного железа. С сегодняшней серии мы, скорее всего, его переплавим. А, где он у нас находится, погоди. Что-то я как-то его потерял где-то. Сейчас вроде как не здесь и не здесь. Здесь нету, да? Может быть, я как-то не так разглядел. Хотя, возможно, там что-то плавится, но я, если честно, даже не смотрел. Так, даже если плавится, то здесь... Во, все, отлично, все-таки я их в прошлой серии начал плавить. Очень хорошо, так, забираем себе обратно ведро. В общем-то, сейчас мы вот сюда. Хорошо. Так, получается, железо мы складываем вот сюда. Окей, отличненько. Хорошо, получается, мы все это сделали. Окей, ладно, так, здесь у нас булыжная вышка. А, да, точно, я же сам этот ставил. Кстати, я хочу кое-что проверить. Где? Вот, все. А, получается, где особняк? Сейчас мы туда пытаемся телепортироваться. Я на всякий случай включу этот. А, нет, мне не понадобилось. Ладно, тогда я переключу на выживание, так все. Все нормально, да? Короче, вот, все хорошо. Так, отличненько. Вот сюда дальше и дальше. Так. Здесь все как горело, так горит. Так, аккуратно. Все, нет, погоди, надо еще раз очень быстро прыгать, получается, вертеться. Окей, сейчас мы это все сделаем. Так, быстрее, все нормально. Нет, мне все-таки придется сейчас. Так, ну здесь вроде как все это самое почти сгорело. Так, ладно, давайте-ка быстро телепортируемся к себе обратно на бой. Так. Ну, я так понимаю, поскольку дом у меня уже прогружен, мне не придется вот так вот прыгать и вертеться. Ладно, давайте-ка. Что? А, так, здесь яблоко. Ладно, неважно. Сейчас получается так, вот эту вот лодку мы складываем вот сюда, и получается идем по важным делам. Нам для этого нужно, получается, булыжная ограда. О, вернее, не ограда, а это самое. Сейчас, получается, берем с собой еще булыжник. И, получается, создаем полублоки. Окей. Все, хорошо. Отличненько. Сейчас, получается, идем. Куда мы? Идем мы вот сюда. А, отличненько. Так, у меня с собой есть кирка? Да, есть. Если что, там я знаю, где у нас находится это, так что все нормально. Окей, получается, телепортируемся в Незер? Отлично. Телепортируемся. Все хорошо, так, отлично. Нормально? Все, да, хорошо. Окей, ладно. Окей, так, там нет никаких враждебных мобов. Так, вроде бы никаких враждебных мобов нет. Ну, разве что где-нибудь поблизости есть немножко. Ну, ладно. Давайте-ка, получается, подниматься наверх. Так, блин, что-то как-то все нормально теперь. А, это в том смысле, что... Так, я случайно забыл вот это вот сделать. Все хорошо. Так, короче, сейчас, получается, мы идем все дальше и дальше. Так, это ж база в аду. Давайте-ка туда телепортируемся. Я вроде как в блоках застрять не должен. Окей, все хорошо. Так, вот здесь вот мы, получается, здесь у нас никто не заспавнился, но лучше вот это вот все удалять. Так, вот это вот мы убираем. И, получается, вот здесь все заставляем полублоками. Так, отличненько. Так, щит мы убираем отсюда. Все хорошо. Вот сюда, отлично. Так, там еще вот эти вот маленькие как их, зомби-пиглины. Так, сейчас мы берем вот здесь вот и начинаем строиться вот в ту вот сторону. Где-то в сторону этой, как его, базальтовых дельт начинаем строиться. Все, хорошо, получается, дроемся все дальше и дальше. Так, нет, вот это вот мы все убираем. И получается, делаем вот сюда. Все, хорошо? Отлично. Все дальше и дальше. Вот так, вот так, вот так. И вот так. Окей, впереди меня никаких враждебных мобов я не вижу. Это прекрасно. Сейчас мы берем все дальше и стараемся. Окей, мы до какого-то места сейчас достроимся. Так, там какие-то острова, если что.
если честно, мне так кажется. Так, сейчас сюда нет. Вот это вот все потом восстанавливаем. Все хорошо. Отлично. Сейчас дальше, 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 дальше ставим. Все хорошо? Ставим все дальше и дальше и дальше. Отлично. Так, окей, сейчас мы берем. Вот это вот мы ломаем, так все хорошо. Получается, скорее всего, придется вот это вот все в два блока, получается, ставить. Ладно, окей, в принципе, это можно как-нибудь пережить. Так, сейчас вот это вот все. Да, так, вот все, отлично. Вот это, получается, мы тоже в скором времени сейчас будем ломать. Да, хорошо. Вот здесь и вот здесь. Все, хорошо, отлично. Здесь, получается, все дальше и дальше ломаем. Здесь у нас куча базальтовых дель. Скорее всего, надо было строить куда-нибудь в другую сторону. Так, сейчас... Кажется, я что-то как-то... Странно. Что-то как-то странное что-то делал. Так, сейчас вот это вот мы сломаем. Хорошо. Вот здесь, вот это тоже ломаем. Вот это. И, наконец, я думаю, то, что... Так... Отлично, получилось. Сейчас вот сюда дальше, все дальше и дальше ставим все. Реломаем. Так, вот это вот я, скорее всего, захочу убить вот это. Ладно. Потом когда-нибудь это сделаем. Сейчас главное вот до сюда. Вот здесь вот проставить полублоки. И, скорее всего... А, да, кстати, мы же можем, по сути, вот туда вот построиться. Сейчас мы это и сделаем. Так, потом, я думаю, мы будем сейчас... Погоди. Не то, не то... И вот, все, наконец-то. Сейчас дольше, дольше, дольше. Так, а, это цвет метки. Погоди. А, точно, здесь же у нас где-то находится. Ладно, тогда хорошо. А, получается, сюда, 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 сюда. Так, что-то как-то, скорее всего, дальше прогружается. Так, восток, запад, юг, север. Окей, good, хорошо. Вот здесь, получается, у меня какой-то багровый лес. Здесь, надеюсь, никаких гастов не будет. Очень хочется на это надеяться. Так, вот это вот все надо... Вот здесь вот получается хорошо. Окей. Сюда, сюда, сюда. И вот сюда. Отлично. Так, здесь мы заметили кварц. Это не может не радовать. Так... окей, сейчас главное поставить сюда верстак. У меня как раз кейс с собой еще и палки. В общем-то, делаем так, так мне все нормально. А, не, я могу, в принципе. А, нет, погоди, я не натукнул. Да хватит! Все, наконец-то я все отчетерил, можно так сказать. И получается, вот сюда вот. Делаем вот так. Все, хорошо, отлично. Хотя, в принципе, я мог не заморачиваться, просто выкинуть две палки и одну доску. О, вернее, две палки и три камня. Но мне что-то как-то не хочется это делать. Так, сейчас вот здесь вот мы тоже продолжим вот это вот все ставить. О, вернее, в том смысле, вот здесь вот мы будем ломать. Все хорошо? Отлично. Вот здесь вот мы... Так, вот это вот надо как-то перекрыть, я не знаю... Окей, так, получается, что? Так, нет, не получилось. Вот здесь вот как-то... А, ну, не знаю. Так, здесь у нас что? Вот сюда, в принципе, можно пройти, но, правда, там хугли находится. Так, здесь у меня есть с собой блоки. Так, ну, у меня, в принципе, есть Назарак. Мы в будущем его побольше добудем для того, чтобы сделать базу в аду. Но, возможно, мы... Действительно, так, сейчас, погоди. Вот сюда, хорошо. Для начала сделаем более безопаснее. Сейчас как-нибудь вот сюда. Нет, не то. Потом вот сюда. И получается, я просто закрываю. Отлично. Так, нет. Мне придется, скорее всего, вот так вот сделать. Все хорошо. Нет, скорее всего, это плохая идея. Вот здесь вроде как находится этот сейчас. Вот сюда, отлично. Вот, все, вроде как вот это вот все лава перекрывается. Сейчас мы будем, получается, вот это вот все ломаем, убираем отсюда. Получается, сейчас вот это вот все хорошо. Так, аккуратно, главное, случайно вот этот вот блок не сломать. Окей, сейчас, получается, вот сюда вот ставимся все дольше и дольше.
Окей. Так, там пиглины находятся. Я не... О, вернее, в том смысле, что хоглины там находятся. Поэтому это плохая идея, я вам так скажу. Но, в принципе, можно как-нибудь с ним расправиться. Правда, у меня нет лука. Я мог по нему отсюда попасть. Ну ладно, в принципе, пока что не будем на этом зацикливать свое внимание. Так, сейчас мы топором отсюда вот это вот все уберем. Так, я там вижу... А, это Хоглин там заспавнился. Так, мне кажется, он там нифига не заспавнился. Это я просто там... Это самое... Так, давайте-ка я на всякий случай как-нибудь вот так вот. Он меня сейчас увидит, побежи на меня. А, ну, в принципе, он и так, как бы это... А как ты так высоко запрыгиваешь? Так, ладно, давай-ка я сейчас тебя... Уходи, уходи. Почему ты не сталкиваешься? Сталкивайся. Вот там очень красивая пропасть. Вот, давай. Ну, в принципе, у меня и так уже скоро... Все нормально, нормально. Ну, в принципе, можно было и так действительно разобраться, но что-то как-то не хочется. Так, ладно, здесь у нас все больше и больше мобов спавнится, потому что мы здесь до сих пор не расставили полублоки. Окей, так, что ты на меня ходишь? Не надо, пожалуй. Так, окей, сейчас вот сюда, хорошо. Слушай. Хотя нет, я думаю, что это опасно. Не потому, что он меня ударит, а потому, что он может меня спихнуть. Ладно. Давайте здесь. Нет, не то. Хотя, скорее всего, мне это вряд ли понадобится, потому что я буду просто телепортироваться. Скорее всего, мне это понадобится только в классических вырываниях. Ладно, в принципе, можно проставить на всякий случай. Ага, хорошо. Все, отличненько. Вот здесь, и вот здесь... И вот здесь все. Хорошо. Вот здесь и вот здесь. Отличненько. Так. Хватит на меня ходить, а? Так, окей, давай-ка. Вот, нет, не то. Вот это вот мы, получается, ломаем. Здесь вот все ставим другое. Так, хорошо. Вот здесь, получается, нам надо еще отсюда взять несколько блоков. Окей, здесь еще есть Хоглин, в принципе, его можно как-нибудь по-бырому убить. Окей, ну ладно, так, надеюсь, это не Хоглин за мной сейчас шел. Нет, это был просто Пиглин. Ну и хорошо, в принципе. Так, вот сюда вот получается, все дальше и дальше ставим. Надо с собой искаженные грибы брать для того, чтобы можно было нормально так и защититься. Окей, вы уже на меня озираетесь. Сейчас, погоди-ка, нет, не то. Стой. Вот теперь я могу вас бить. Это очень хорошо. Сейчас мы с вами быстро разберемся. Окей. Получается, хоп-она. Все больше и больше урона наносим. Так, нет, не получается. Не получай. Получи. Давай, не, не то. Ну, скорее всего, он от одного удара умрет, но здесь еще один, второй Хоглин есть, так что это не самая лучшая идея. Наконец-то. Так, там у меня с него еще кожа выпала. Так, ты будешь на меня озираться? Нет. Я могу, в принципе, быстренько кожу подобрать. А, к тому же она у меня не выпала с этого, сейчас. Короче. Вот такое вот рискованное действие мы сейчас сделали. Так, спасибо тебе, этот. Черт. Стой. Да блин, упади, пожалуйста. Упади. А вот и не упаду. Так, ладно, давай быстрее падай. Мне еще надо вот это. Так, сейчас. Да здесь вроде как недалеко, я думаю. Так, давайте-ка как-нибудь вот таким вот образом аккуратненько спустимся. Ага, хорошо. Так, его уже другой пиглин убил. Хорошо, ладно. Так, сейчас здесь вот можно вроде как безопасно ходить. Так, здесь у нас... Отлично, мы нормально таки спрыгнули. Окей, у меня вроде как должны быть дома искаженные грибы.
Окей, ладно, тогда, возможно, у нас получится спастись от каких-нибудь... О, там еще один искаженный гриб есть. Очень хорошо, я, возможно, сейчас до него даже буду строиться. Вот сюда, сюда. В общем-то, можно, в принципе, походить здесь спокойно. А, да, к тому же я здесь что-то как-то не вижу этих... враждебных мобов. Не, ну... Так, здесь у нас все нормально. Здесь я на мини-карте вижу что-то... Что-то красное. Ну, я... Так, ладно, я пока что вот это вот все соберу обратно. Так, там, скорее всего, этот... Ладно, давайте-ка не будем на это обращать внимания особого. Давайте куда-нибудь сюда зайдем. Сейчас все хорошо. Так, давайте-ка телепортируемся к порталу. Портал Незер. Все хорошо, получается, телепортируемся. Ничего толкового мы так и не нашли. Ну ладно, в принципе, давайте-ка возвращаться назад. Все, возвращаемся. И получается так хорошо, отлично. Здесь у нас все выросло. Здесь у нас вроде как все выросло. Здесь с картошки все выросло. Здесь вот из морковки уже можно что-то собрать, потом заново это все посадить. Окей, ладно, так, пожалуй, я и сделаю. Вот здесь, получается, собираю морковку. Хорошо, окей. Окей, ладно, вот здесь. Здесь все хорошо, теперь я могу это заново посадить. Сюда, 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 сюда и сюда. Вот сюда, 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 сюда. И вот сюда. Получается, в скором времени все засадим, возможно... А, ну да, в принципе, мы сейчас все засадим. У меня еще здесь 60 морковки находится, так. Вот как-нибудь вот так вот сделаем, все, хорошо. Здесь 16 морковок мы сейчас рассадим. И получается, у нас они постепенно начинают заканчиваться. И мы начинаем сажать вот эти морковки. Хорошо, получается, в скором времени мы еще... Вот это, получается, все хорошо. Отлично, вот здесь вот мы, получается, морковку вырастили, теперь, получается, приступаем к картошке. Вот здесь вот, получается, все ломаем, так, все, вот эти вот саженцы тоже, с этими саженцами, в том смысле, то же самое. Сюда и вот сюда, так, я случайно это, ну ладно, давайте-ка, хотя нет, давайте лучше так оставим, на всякий случай. Окей, ладно, вот здесь, получается, все... Ломаем и, получается, делаем. Вот здесь вот тоже все ломаем. Окей. Сюда и сюда. Да, очень много здесь картофеля находится. Мы его, естественно, сейчас срубим. Ага, вот сюда и вот сюда. Так, сейчас вот это вот все сломаем, пожалуй. Я вроде как это случайно поставил. Так, у меня очень много картошки. Окей, пора бы уже начать свиней иметь. Потому что для того, чтобы эту картошку им скармливать, и для того, чтобы... А, нет, для чего-то еще мне не нужно. Мне нужно для себя, для того, чтобы ее запекать и делать хорошие такие вот посевы. Ну, в том смысле, что... какие посевы, о чем я несу? В общем-то, делать, получается, это... восстанавливать голод с помощью запеченного картофеля. Вот, все, наконец-то это все выгравил. И вот. И тогда у нас. Да, у нас много еды. И благодаря этой. Благодаря существованию картошки, которая у нас здесь растет. Окей. Ладно. Вот здесь получается пшеница скоро все тоже срублю. Окей. Вот это вот получается мы дальше продолжаем. Вот это вот все собирать. Хорошо. Вот, отличненько. Так, нет. Хорошо. Так, что-то как-то слишком много всего. Давайте-ка начинать это сажать. Окей. Семенам будет легче, потому что их нельзя есть. И поэтому можно просто вот так вот ходить и расставлять. И при этом ты не будешь ее есть. Это гениально, это хорошо, это круто. Можно этим всегда пользоваться для того, чтобы легко садить пшеницу. Окей, в скором времени мы сейчас все это, получается, садим. Все, хорошо. Окей, да, отлично.
Все, вот здесь, вот здесь. Отличненько. Так, ну все-таки мне. А, нет, вроде как места хватило. Ладно, тогда давайте-ка возвращаться наверх. Сюда, получается, складываем все семена и пшеницу. В том смысле, в сундуке. Получается, вот сюда вот. И, получается, вот сюда складываем всю морковь, картофель. И я так понимаю, что мне придется все остальное складывать все-таки сюда. Хотя я могу еще что-то придумать. Так, вот здесь у нас что? А, здесь у нас инструменты находятся. Ладно, окей. Мы, если что, это знаем. Сюда мы все-таки не сможем ничего положить. Так, вот ядовитый картофель нам здесь нафиг не нужен, я считаю. Окей, здесь еще есть что-нибудь? Кроме всего этого. Так, кисть можно, в принципе, положить к инструментам. Вот сюда вот куда-нибудь. Все, хорошо. Вот здесь, получается, пшеница, саженец дуба мы сюда, получается, складываем. И то же самое с яблоками, 6 штук. Все, хорошо. Угу. Отличненько. А, еда. Мы, получается, сюда складываем сырую баранину. Так, окей. Кожа. Где она у меня обычно лежит? Я что-то как-то ее не вижу. И нет, почему-то я ее действительно нигде не вижу. Ладно, в принципе, можно сюда положить. А, не, погоди, у меня здесь была кожа. Ну ладно, в любом случае нормально. Окей, что ж, получается, так, каменную мотыгу, ну, в принципе, я думаю, что она мне вряд ли понадобится где-нибудь еще, так что я, наверное, не буду ее чинить, да и к тому же мы зря уровень потратим, можно бесплатно, нормально, другую мотыгу создать. Ладно, что ж, получается, не знаю, скорее всего, видео получилось медленным, поэтому, ну, в том смысле, коротким. Поэтому как-то так. А где у меня, кстати, искажённые грибы? Так, ну здесь, в принципе, есть. Так, у меня же, по-моему, их много было. Я их куда-то складывал. Ну ладно, в принципе, это не важно, я считаю. Вот здесь вот надо бы уже, на самом деле, таблички сделать, а то здесь как-то их мало совсем. Так, вот здесь вот в дерево, скорее всего, сейчас возьмем немножко... дуба. Сейчас, получается, перекрафтим его в дубовые доски. Окей. И, получается, из вот этих вот дубовых досок мы создаем таблички. Хорошо. Целых 6 табличек. И сейчас, получается, вот сюда вот, получается, берем и подписываем. Не зе рак. Так, не в, вы, так. Вот, все хорошо, на зрак подписали. Получается, вот здесь у нас, получается, что? Я даже не знаю, как это название. Типа, здесь есть саженцы. Так, вот это вот надо бы... А, не, погоди, это разные листвы. Ладно, хорошо. Получается, здесь, скорее всего, плоды. Давайте-ка вот сюда вот сделаем так. Саженцы. Саженцы, получается, запятая. Нет, не точка, запятая. Получается, саженцы... Получается, что... Плоды, можно так написать. Саженцы, плоды. Что еще? Так, получается... Саженцы, плоды. Посевы, можно так написать. Да, посевы... И получается шерсть, давайте-ка, шерсть. Вот как-то так, и получается, и вот здесь мы подписываем как кирки. Окей, получается топоры, вот здесь вот получается, и лопаты. Получается тырк, топоры, лопаты. Все хорошо, отличненько, хорошо, что микрофон не упал. Так, ладно, вот это вот получается все хорошо. Наконец-то мы это все подписали, теперь у нас все подписано. Так, получается руды, еда, хлам, оружие, инструменты, броня, дерево, булыжник, незерак, саженцы, плоды, посевы, шерсть, кирки, топоры, лопаты. Все, наконец-то у меня здесь все подписано, мне еще осталось 3 таблички. Это прекрасно, это шикарно.
Ладно, что ж, получается, на этом мы, скорее всего, будем заканчивать. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать ни видео. Ну а с вами Тестинг, всем пока!